Всем здравствуйте! Вот решил написать «Сирень» не в формате мастер-класса, а как творческую работу. Вот вдохновилась я в среду, писали в студии «Сирень», и прям мне тоже захотелось. И поэтому выкладываю процесс написания, ну, без особых комментариев, потому что сама люблю смотреть видео в тишине, отключая звук. И поэтому, вот, кому интересно, просто посмотрите. Вот вернулся во второй половине дня, чтобы продолжить писать. И смотрю, начинала в пасмурную погоду утром, а сейчас она просто горит. Вот что делать-то? Ну, сейчас оставлю так. И вот какое сегодня утро замечательное. Какая красота. А я продолжаю писать свою серию. Сегодня, надеюсь, я... Ну, не сегодня, а прям вот сейчас. Сейчас хочу прям ее закончить. Вот на этом все. Я закончу. Листик еще распрямится, натянется, потому что сейчас он влажный такой. Поэтому еще приложу фотографию, когда это будет натянуто, потому что некоторые вещи, вот это не светлые места, это просто бумага покоробилась. Распрямится, станет более ровным цвет и свет. Вот, и эту фотографию тоже приложу. Всем творческих успехов. Пока!